Может, договоримся? Крылатая фраза, которую, наверное, слышал каждый инспектор ДПС хотя бы раз за время своей работы. В преддверии Дня борьбы с коррупцией в Управлении госавтоинспекции прошел семинар по борьбе со взяточничеством. В роли лектора прокурор Октябрьского района. Нарушение в данной сфере выявляется, в том числе прокуратура района проводилась проверка. В учреждениях государственных, муниципальных, расположенных в территории района выявлено значительное количество нарушений, по которым приняты меры прокурорского реагирования, и 18 должностных лиц у нас привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушения при предоставлении деклараций. Налоговые декларации, предоставленные не вовремя или с искажениями информации, нарушение серьезное. Наказание бывает разное и зависит от степени сокрытой информации, от выговора до штрафа. Сотрудникам ГИБДД рассказали о том, как правильно декларации составлять и о сроках предоставления документов. Рассказали в целом о положении законодательства о противодействии коррупции, о видах коррупционных правонарушений, ответственности за данные правонарушения, о модели поведения, предотвращающего коррупционные проявления и коррупционные факторы. Специалисты рассказывают, чтобы избежать взяточничества в любой сфере, необходимо выработать определенную модель поведения сотрудников. Инспекторы должны уметь правильно реагировать о том, что и как делать в конкретной ситуации, и рассказал прокурор. Это прежде всего теоретическая база, то есть и нормативные документы, и поведение на дороге. То есть все, что возможно, все обращения к инспекторам в плане договоримся, не договоримся, инспектор в соответствии с нормативной базой сообщает нам, определенные есть документы, на основании которых вся информация дальше в специальные органы. Цель обсуждения – не напугать штрафами, а научить правильно действовать. По словам надзорного органа, подобные мероприятия помогут значительно снизить уровень коррупции. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.